Приветствую вас, и, конечно же, история, в которой вы оказались, не очень приятная, правда, мне не совсем понятно, чем именно. То есть, девочка вашего бывшего парня смотрит на вас, ну, каким-то определенным образом. Скорее всего, она ревнует, скорее всего, она не уверена в себе по той или иной причине, вот. И ваша ли это проблема, что она в себе не уверена? Нет, конечно, нет. Проблема это не ваша. Проблема это исключительно целиком и полностью ее, в том, что она в себе не уверена. И весь вопрос на самом деле в том, как вы воспринимаете то, что она на вас смотрит. То есть какие чувства это вызывает именно у вас. Конкретно, вот, конкретно, какие чувства это вас вызывало, понимаете, вот, потому что, если вас это задевает, как-то, да, если вас это задевает, нервирует, каким-то образом, и так далее, то это, конечно, предмет для возможной работы, это, конечно, предмет для возможного анализа, вот, но если вас не задевает, а просто интересно, почему она так себя ведет, например, вот, если вам просто интересно, то я думаю, что она ведет себя так именно от неуверенности в себе. Просто потому, что других вариантов тут, в принципе, быть не может. А может быть, молодой человек слишком много говорит о вас. И тут, конечно, вашей вины никакой нет и быть не может, да, то есть понятно, что от вас это не зависит никак, вот, но, к сожалению, именно девушке на это конкретно плевать, то, что вот вы на это никак не влияете, ну вот. То есть определите со своими чувствами, да, вот что именно вы чувствуете, когда она на вас смотрит, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете, вот, и определите для себя, чего вы хотите получить от психолога, то есть конкретно, что вам нужно от психолога, какую помощь вы хотели бы получить от нас. Вот, я думаю, что на эти два вопроса очень важно ответить, если мы хотим разобраться в том, что происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.